Доброе утро. Сегодня 27 октября 2020. Мне 44 года. Мне супруга подарила такой подарок. Первое, это ящик для инструмента. Вот, такой сделаем мини-обзорчик. Смотрите. Такие вот боксы для... Такой пластик, кстати, хороший, мягкий. Не жесткий, как в китайских автомобилях, а мягкий. Научились китайцы делать пластик. Здесь такой, да, вот смотрите, такой бокс для инструмента. Все, такой глубокий, внушительных размеров. Мустанг. Кстати, это поляки делают. Made in Польша. Качество хорошее. Такой мягкий. Не жесткий пластик. Так, ну, и набор отверток. Сейчас мы его откроем, я вам покажу. Да, выроблено в Польше. И набор отверток. Вообще отлично, такой производитель. Интересно, я такого его не видел. Причем отвертки магнитные, обратите внимание. Магнитный рычаг. Сейчас мы его аккуратно распакуем. Так, вот так вот надо распаковать. Набор отверток магнитных. Сейчас. Научились в Украине делать инструмент хорошего качества. Так, сейчас, секундочку. Опа. Опа. Так. Так, смотрите, какая красота. Набор магнитных отверток. Так, сейчас глоток кофе. Смотрите, начинают вот таких. Такой вот в кейсе набор такой очень удобный здесь. Так, на стену его можно прибить. Нужно прибить. Вот. И очень удобно доставать. Достали. Открыть, тут еще что-то внутри есть. Ну, давайте посмотрим, что оно такое крутится. А, это крутится, чтобы держать. Да, очень удобный. Тут еще и эти шестигранники, видите. Различные. Оп, оп. Различные насадки, причем такие мелкие, что... Я вам не могу показать даже, вот если сфокусируется, я вам покажу. Тут под шестигранник, под различные, Боня наша пришла. Сейчас, Боня, сейчас у нас обзор инструмента. Очень удобный. Вот она, самая большая. Сейчас мы вам покажу. На стол поставлю. Вот. Самый большой. Так, сейчас вам покажу, что она магнитная. Вот, плюсовая.
хром-ванадевая сталь. Угу. У нас так жена балует такими дорогущими подарками. Тестовая. Все, всем пока. Мы пошли кормить собаку. Пришла уже.